Все, успокоились. Да у нас нету собачников, у нас как-то все у нас кошачники в основном. У нас котят там пятеро дома. Ну как дома собаку сейчас? Ну это же, блин. Надо ей все равно заниматься собакой. Все правильно, собакой надо заниматься. Не надо воспитывать, чтобы все правильно. Ну как-то ровно вообще. Английская вот эта вот ее Лиза подлиза, потому что она подлизалась сразу же к нам. Она поняла, как надо действовать. Дети все начали лаять, начали выделываться, а это сразу же к нам хоп-хоп.